Надо не пить. Не надо? Не надо не пить. А я тогда пошел. Наркотики, электронные устройства, при помощи которых заказывали все это. Так, если что-то есть, давайте сразу показывайте. Дорожная, в ней находится 3,5 килограмма. Чего? Кристаллов. Что за кристаллы? Ну, наркотические вещества, кристаллизированные, да. Хорошо. Я просто говорю, что хотел. Один может, да. Можно? Да. Спасибо. Туда проходим? Так, комнаты. Проходите. Что это такое? Пакеты. Для чего они предназначены? Не знаю. Упаковочный материал наш площадка. Вам предлагается выдать предметы, вещества, запрещенные к обороту российских предприятий, также упаковочный материал и иные какие-то приспособления для упаковки и упаковки наркотических средств. Имеете таковое? Ресип. Где находится ресип? Там это где? По лестнице подниматься? Да. Ну, просто настроим. Вот это так придется забираться сюда.